Доброго дня, на обзоре часики Тисот. Браслет у нас выполненный золото-серебро, сами часы под металл. На циферблате потертости, царапины, глубокие повреждения отсутствуют. На браслете, соответственно, есть котские царапины. Задний. Выглядит таким образом. Так я объясню сейчас момент один, почему такая низкая цена на данную модель. Часы требуют ремонта. Во-первых, неизвестно, что с механизмом, то есть видим, да, что это механика у нас. Если я часы немножко потрясу, они заведутся, пройдет какое-то время, и они остановятся. Такого быть не должно с механикой. И еще один момент, постараюсь показать его. Собственно, здесь тоже придется либо паять, либо на клей сажать, потому что он просто не держится. Ну, как я и сказал, часы у нас остановились, буквально 20 секунд прошло. Вот, поэтому такая цена. В принципе, состояние часов хорошее. Выглядит таким вот образом. Если вопросы у вас появятся дополнительно, можете обратиться, конечно же.